Носки и пенка для бритья – это праздничная задача жен. А концерт к 23 февраля с различными сюрпризами для мужчин – задача женщин-коллег. Сложность возникает, если своему мужу ты не только жена, но еще и коллега. Грустно сказал Радик. Не секрет, что лучший подарок для человека – это внимание его близких. И сейчас, пользуясь ситуацией, возможностью, я бы хотела поздравить самого дорогого человека в моей жизни – мужа. Любимые глаза любимого мужчины. Любимые глаза лишь так глядят. На женщину глядят, как на картину. И, кажется, порой боготворят. И никогда бы в них не наглядеться, и никогда, быть может, не понять, но никуда от них уже не деться, и не повернуть все то, что было вспять. Да и зачем? Я столько лет искала любимые глаза, чтоб отражаться в них. И вот, нашла, взглянула и пропала. И в целом мире нет других таких. Ура! Дорогие друзья, я хочу представить вашему вниманию жен наших воспитателей. Итак, Жанар, жена Юрия Александровича, и Танцелу, жена Руслана Минурча. Мне кажется, в этот торжественный день они должны быть рядом со своими супругами. Проходите, пожалуйста, в зал. Спасибо вам за сюрприз.